Я человек Фортуны, и я поймаю ее за хвост. Генри Эвери, 1694 год. Ребята, всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. И мы начинаем прохождение Uncharted. Четвертая часть, ребята, уже накануне. Накануне у нас было три части. Черт. Это очень плохо. Я благополучно прошел все три части. Так, Дрейк плывет куда-то, ребята. Это очень круто. Эй! Они догоняют! Да я знаю, знаю! Так жми! Прости, Сэм, но быстрее я уже не могу. Господи, охренеть! Так, ускорение R2. Мы же можем быстрее, я конечно. Поехали, ребята. Давай, Сэм, отстреливайся. Ах, вы суки черти, вы чё там? Так, что надо сделать? Вернуть камеру. Эй, придурки! Скажите на тянку, ищу другое сокровище! Давай, рубай их, ты чё, блин, поехали вперед. Кто там? Ну-ка, пошел нафиг! Так, что-то закренило меня, ну-ка, не туда пошел. Ломай его, Сэм, ты чё, блин? Вон он слева. Ах ты. Получай! Еще раз. Вот это... Давай я их оплыву, я буду стараться не врезаться. Блин, только сказал, все. Ломай, ломай его, стреляй, что делать. Сейчас проплывем, не переживай, все будет нормально. Давай будем вилять тогда. Ломаю, раз, я одного сломал. Еще одного могу догнать. Тихо. Прямо в глаз попало, черт. Как так-то, а? Как так попало-то? Мы же могли доплыть спокойно. Все, ныряем. А, винты, около. Я все чуть не размазала. Капец, сейчас бы закрутило меня в винт. Давай наверх. Давай, я к тебе. Так все, я думал, наша лодка уже пошла на дно давно. Давай, тяни меня. Не заводи мотор, подожди, дай мне запрыгнуть. Черт, двигатель накрылся. Кого накрылся? Все нормально же было. Тихо, ты чё? Готов. Вот она карма. А что у меня автоприцел стоит почему-то? Еще. Он сам наводит, как так? Ну-ка, ладно. Куда ты лупишь? Так, перезарядить быстро. Плыть сможем? Нет, ты двигатель там починил. Поехали, все. Сейчас доедем до острова, чуть-чуть осталось уже. Ну-ка, ломаем их все. Все, ой, куда, блин? Тихо, сейчас я развернусь. До острова-то в другую сторону ехать. Подожди, я уже запутался, куда ехать. Нейт, скорее. Из-за того, что нас развернули вот так вот, куда ехать, я не знаю, где остров, я потерялся в этом шторме. А, вот остров. Тихо. Да как так-то, а? Он прям на нас налетел. Натан. Это я, что ли? Натан. Я что-то совсем маленький. Ну что нам с тобой делать? Наверняка сам устал от нотации, я устала их читать.
Вот теперь просидишь тут выходные со мной, все поехали развлекаться. Мне плевать. Да, в этом-то вся и беда. Не понимаю, почему только я наказан? Потому что драку начал ты. Он отнял мою книжку. Просила же не носить ее с собой. Так что сам виноват. Он не имел права ее отнимать. А ты имел право сразу махать кулаками? Дело не только в книжке. О ком разговор-то вообще? Кто отнял? А в чем еще? Ни в чем. На исповеди скажу. Че, будут исповедоваться заставлять? Что бы я ни делала, ты упорно хочешь пойти по стопам своего бедного непутевого брата. Давай про брата не будем уже, а? Так, понятно, я в каком-то монастыре. Сэм! А, вот Сэм, мы, получается, еще мелкие, мы в приюте. Так, окей, куда надо? Зов приключений, ребята, первая глава. Первая глава — это только начало. Там была предыстория, так сказать, на этих лодках. Мы как рассекали уже с Сэмом по большой воде. Ну-ка, выходим. Вижу. Так, я, как знаю, я уже с детства умею хорошо прыгать, поэтому для меня ничего не помеха. Я просто иду по крыше. Полезли наверх. Ай-яй-яй-яй, подожди, как? А что не так? Вот здесь я научился лазить. Вот после этого я научился лазить хорошо по крышам. Так. Дальше куда? Не пройти. Как не пройти? Сейчас пройдем. А, ну все, мне надо просто перепрыгнуть. Мне, я не смог забраться по крыше, но я теперь на другой стороне крыши. Где-то меня Сэм ждет. Ну-ка быстрее туда. Ой, тихо. Ну, можно залезть. Так, тихонечко. Давай пошаримся по кабинету, что здесь есть. Ну, похоже, для нас ничего. Просто идем, я думаю, что в эту дверь выходим. Тихо, кто-то идет. Оп. Оставайтесь в укрытии, чтобы вас не заметили. Что вы хотите от меня? Вы сами знаете. Нет, я пока не готов сдаться. Этого неизбежно. Так, идем. Быстрей. Прячемся. Вот что. Я поговорю с ним утром. Хорошо? Доброй ночи, отец. Доброй ночи, сестра. Оп, надо, чтобы она меня не заметила. Она дверь оставила открытой, идем за ней. Так, я куда-то должен пробраться. Ну, меня там Сэм ждет, надо быстрее на улицу выйти. Так, посмотрите. Надо к тому окну. Все, я вас понял, к тому окну. Ну, давай. Ну, развернись. А как? Что надо сделать-то? А, удерживайте. Все. Да как она меня сейчас увидит? Обошлось, ребята, обошлось. Давай еще раз. Ну-ка, развернись в окно. А, она стоит, курит там. Тихо.
Все, мне надо до окна быстрей. Выходим, выходим, прыгай. Сэм, здорово, братан, я к тебе иду. Давай. Так, она говорила про непутевого брата, то есть, получается, Сэм, скорее всего, мой брат. Куда? Куда дальше? Ну-ка, подожди, надо где-то зацепиться. Как и куда? А, вот так. Все, окей. Сейчас перелезем, я не знаю, где-то Сэм меня должен ждать по-любому там. Он мне поможет. Почти на месте. Не знаю, для чего я бегу. Под покровом ночи чуть не упал с трубы, блин. Ну-ка, лезь нормально. Нормально. Нейт, лезь. Сэм? Сэм, ты где? А, подожди, фонарь надо выключить, наверное. Он сильно ярко светит. Никогда нельзя расслабляться. Ладно. Рад тебя видеть, братишка. Что это? Да ладно, опять? Ерунда. Ты обещал не лезть на рожон. Он говорил про нас гадости. И? Сказал, что папа нас бросил, потому что мы тупые, а мама в аду, потому что... Нейт, ну брось ты, тебя дразнят, потому что ты ведешься. Ясно? Ты обращай все в шутку. Ты бы врезал. Ты меня слушай, не повторяй за мной. Вот. А то простынешь. Куртку дашь свою? Зачем ты сюда залез-то? Если монашки увидят, вызовут копа. У меня для тебя сюрприз. Рождества, что ли, ждать? Какой? Он снаружи. А говорил мне лезть на рожон. Сделаем исключение. Ну-ну. Так, ладно, давай за тобой. Я знаю, что ты мне поможешь сейчас. Братанчик. Ничего себе, ты легкий. Тебя что, там не кормят? Как-то тут пусто. Где вообще все? На экскурсии. О, это я помню. Чуть-чуть-чуть-чуть не ушел вниз. И меня нормально, кстати, кормят там, так что... Как поживает отец Дафи? Все окей. Он там один нормальный. Навестил бы его. Да ну, еще начнет давить на совесть. Залезай, залезай, все нормально. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Смотри, а я не отстаю от него. Понятно, легкотня, мы и так нормально лазим. Черт. Че, облом, что ли? Ну-ка, дай-ка я с ноги вынесу. Вроде я камушком придавил. Ну и пускай, мы с тобой поверху пойдем. Поверху? Сейчас увидишь. Давай другой путь. Ну, смотри. Вау. Теперь идем поверху. А ты умеешь? Ну... Не, ну давай не вопросом, а мне-то как залезть? Ты мне веревку дай. Поверху он полез. Теперь ты. А, вот, все. Как прыгнуть-то? А что-то он не раскачивается. Как? Ну, подожди. А как раскачаться? А чё за фигня? Может, мне выше еще надо? Мне, наверное, выше надо залезть. Ну-ка, лезь. А, я думал раскачаться на крышу, а тут просто залезть наверх и все. Ну, лезь, лезь, чё ты? А, здесь нельзя было. Вот здесь надо залезть. Все окей. А ты чем занимаешься? Так, работаю. А как девушка? Какая? А, Кристал. Ну, мы то вместе, то не вместе. Вот сейчас не вместе. Надо по-тихому двигаться. Здесь могут монахи не вылезти где-нибудь. Ну что, кто не рискует, тот не бьет. Куда ты? А как я? Я так не умею далеко прыгать. Блин, у меня ноги короче.
Давай, 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 цепляйся быстрее. Залезай. Видал? Нормально, нормально, мы с тобой сделали это. Ерунда. Не отставай. Так, я за тобой, Сэм. Не отстаю. Но все окей будет. Ага, еще как. Сюда. Не сейчас. Вот какие мы пацаны, да? Классные. В общем, это такая история о том, как мы в детстве с Сэмом бегали по крышам монастыря. Ну, залезай. Давай посерединке, сейчас я за тобой, бегу, 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 оп, оп, чё, всё хорошо, давай дальше. По-моему, грех. Готов, Тарзан. Сэм прошаренный парень. Давай с тобой вместе. Ну, вперёд. Или по одному, да? Давай, 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 я запрыгнул. А Сэм чуть не упал, держись, да, я тебя вытащу. Так, дальше куда? Ну-ка, Сэм, подсказывай. Сейчас, сейчас, я прыгну за тобой, давай. Разбегаюсь. Опачки, чуть не упал. Забирайся на колокольню. Так. Надо. Надо обойти, сейчас я залезу. Лишь бы что-нибудь не сломалось, не сломалось тут. Красивый вид, а? Да. Вид-то красивый. Неплохо. Как ты там так быстро уже оказался? Ты уже залезал на крышу? Вот конкретно на эту? Нет. Куда мы ползем? Я вообще ничего не понимаю. Вообще просто ползаем что-то по крышам. Так, нельзя было дойти, что ли? Смотри и учись. Погоди. Погоди, сейчас. Ой-ой-ой-ой, как опасно-то. Это вообще, ребята, не повторяйте никогда. По крышам не надо лазить. По крышам не надо лазить. Это можно вот так вот. Ач-ач-ач-ач-ач, вниз туда. Бамс, и все. Вот так вот, как я сейчас сделал. Все, это насмерть. Это насмерть. Так нельзя делать. Ребята, не лазьте никогда по крышам. А как мне тут прыгнуть-то, чтобы так не убиться? Толкай, рулить, рулить. Прыжок, прыжок, лови меня. Прикинь, если бы он сейчас не поймал меня, я бы просто разбился нафиг. Никогда, никогда, ни при каких условиях не лазите по крышам, ребята. Еще раз повторяю. Это очень плохой пример. В игре все делается только что, чтобы человек играл, чтобы был драйв здесь. Чтобы была динамика. А на самом деле нельзя лазить по крышам. Нельзя. А знаешь что? Это небезопасно, как минимум. Давай-ка теперь ты. Серьезно? Да, серьезно. Давай я попробую. А я за тобой. Так, L1. Метнуть. А куда? Куда? Куда метаем? Я зацепился. Все, я полетел. Попробуем. Вау! А если бы шлепнулся? Ну, ничего страшного, размазался бы по асфальту, собрали бы меня потом. Так, куда идти? Куда идти? Ну-ка, Сэм, подсказывай. Мы что-то прилетели сюда. После тебя. А куда? Куда? Что, после тебя? После куда? А, стоп, лестница. Ну все, вниз. А теперь вниз. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Больно было. Там мотарь стоит, надо на мотоцикл вот сесть. Мы удрали. Ага. Посмотри, а? 250 кубов? Да ты что, смеешься? А 500 кубов не хочешь? Двухцилиндровый. Да ладно. Угу. Где спер? Эй. Ничего себе мотарь. Обижаешь. Видишь ли, братец, чтоб ты знал, я изменился. Купил на свои кровные. Давай, садись. Что? Мы что, валим из приюта из этого? А, решил устроить мне праздник.
Что, совесть нечиста? Знаешь, ты у меня чересчур умный. Ладно. У меня работа. Хорошая. Но есть один нюанс. Надо уехать ненадолго. Куда? На сколько? Ну, на год. Не больше, я быстро вернусь, соскучиться не успеешь. Бросаешь меня. Да ладно, не надо драмы. Тебе что, мало меня в приюте бросить? Братан валит куда-то. Как ты можешь так поступать? Да я для тебя стараюсь. Зарабатываю для нас... Меня обоих. Возьми с собой. Через пару лет что? Ты выйдешь. Через пару лет? Сказал год, а уже через пару. Я едва концы с концами свожу. Заработаем. Понимаю, приют тебя бесит. Ты не понимаешь. Но пока тебе там будет лучше. Понимаешь? Просто поверь мне. Нечестно. Эй, жизнь вообще штука нечестная. Но мы справляемся. Так? Блин, не бросай, братан, его, ты чё? Но байк не единственный мой сюрприз. Видать, второй придется испортить. Что? Я нашел мамины вещи. То, что продал отец, я нашел покупателя. Если ты врешь, чтобы я не злился... Нет, клянусь. Где? На том конце города. Как тебе идея их забрать? То есть украсть? Брось, какая же это кража, если вещи наши? Боюсь, копы могут не согласиться. А мы их же будем купили уже. Ну, готов? О, да. Ну вот, в предыдущих частях говорили о том, что Нейтан Дрейк в приюте рос. На, ко мне прилетело, ребята. Подонок. Говорит на непонятном итальянском или испанском языке. Ну-ка, иди сюда. Наш приятель. Давай. Давай, иди сюда, на. Вставай. Слышь, ты перец. На, с захвата я вышел. На, получи еще раз. Слушай, ты меня не трогай. Ты что делаешь, блин? Отпусти. Сказано тебе, отпусти, я ж тебе говорил. Тихо-тихо, вы что меня держите, дурачки, блин? Вы его лучше держите. Сейчас я тебе тоже получу. Ты вы что, все офигели, что ли? Он мне втащил, ребята. Не на того нарвался, понял? Ах ты, блин, больно, больно, больно. Тихо-тихо, не держите меня. Не держите меня, семеро. Так. Ядрен батон, что делать-то, блин? Как его бить-то? На, о, понял, да? Я так тоже умею. Чё? Получи по щам. Ты чё еще не насытился? Я не пойму. Блин, я не готов проиграть в этой битве. Вы чё, квадрат. Получи квадрат. Отпусти, сказал я тебе еще раз. Быстрее, ты угоник. Давай. На, все. Мой ход, ребята, я мой выход прям конкретный. Так, а ты чё лезешь-то? Отвали. Так, это охрана, получается, пришла. Ты звони, когда подрастешь, помутузимся. В одиночку. Увести. Блин, а я-то вообще не виноват там. Козлина налетела на меня. Открой. За что в одиночку-то? И сколько мне здесь теперь торчать? Я буду сидеть один в этой камере. Туалет-то где? Перед тобой. Туалет. Удачи. Перед тобой. Ссы хоть в какой угол, в какой захочешь. Здравствуй. А срать прямо посередине. Пипец. Вот это встрял, да? Из-за одного козла. Сколько сидеть, я не знаю. Может быть, долго придется. В темноте. Аж в глазах зарябило, как дверь открыли. Черт, а мне ведь такой сон снялся. Эй. Ладно, полегче. Давай поаккуратней, правда. Ты чё? Ты такой же человек, как и я, понял? Да вы чё, блин, а? Ладно,
успокойся. Адово место. Ребята, увидимся в следующей серии. Спасибо вам за просмотр. Поставьте лайк видео. Подпишитесь на канал и поставьте колокольчик. Нажмите на него обязательно, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И всем удачи. Всем пока.